Война в Сирии принесла за 10 лет разруху и страдания, отрезала страну от большей части внешнего мира, лишила возможности развиваться. Последствия конфликта усугубляет сейчас пандемия коронавируса. Но на помощь соседям по Средиземноморью идет Европейский Союз. Совместно с ООН ЕС проводит в Брюсселе международную конференцию по сбору средств для Сирии и окружающих стран, которые принимают ее беженцев. Немецкий евродепутат предполагает, что инфекционная вспышка дает Европе шанс улучшить ситуацию. Из-за пандемии у тех, кто недавно командовал парадом в Сирии, в первую очередь у Ирана, заканчиваются деньги, говорит Ханна Нейман. Поэтому кто-то другой должен платить за гуманитарную помощь и за восстановление. Я считаю, что Евросоюз должен использовать такую возможность, чтобы вернуться за стол переговоров и придать ситуации в Сирии такую форму, которую мы хотим видеть. Это означает политические реформы и решительную борьбу с безнаказанностью. ЕС является крупнейшим донором для сирийцев. Вместе с Вашингтоном Брюссель применяет санкции против Дамаска. Но сирийская экономика и так парализована пандемией. В этих условиях многие фигуры мирового масштаба, такие как Папа Римский Франциск, призывают к отмене санкций, которые наносят ущерб простым людям. «Я не уверен, что именно сейчас правильно наказывать Сирию», сказал профессор международного права Дэвид Крейн. «Но имеются политические причины делать это, чтобы покончить с войной и, может быть, оказать давление на Россию». Россия ведь обладает влиянием в регионе вместе с Ираном. И все это может способствовать миру и помочь народу Сирии, который страдает от последствий этих санкций. Объем средств, собранных Брюсселем во вторник, может быть скромным, учитывая, что самим международным донорам сейчас нужны средства на восстановление собственной экономики после вирусного нашествия.